вообще сказать, что будет Porsche Cayenne, будет женщина ездить за рулем. А какие были маленькие детишки. На телеканале «Россия-24» вести из Петербурга, в студии Ирина Паукшта. Здравствуйте. Подводим итоги четверга. Коммунальный коллапс на проспекте Славы. Около полудня лопнула труба с горячей водой. Есть пострадавший. Старые перила сняли, а вот новые не поставили. Когда завершится ремонт железнодорожной станции «Ульянка»? Соль отмерят в граммах. Областной автопарк снегоуборочной техники пополнился умными машинами. Бок торговли или электронная база данных? Зачем ветеринарам и покупателям Меркурий? И Михаил Боярский и Василий Гирелло сменили амплуа. В Петербурге открылся центр выдачи паспортов болельщика. Снежную пятницу обещают.